сообщает ТАСС, что на аэродроме военном в области Калужской разбился беспилотник. Конечно, случай это ерундовый. И поскольку клипами с пословицей, когда в хвосте начало, то в голове мочало. Постебаться над людьми я большой охотник. И по поводу такому с ней клип я записываю сейчас новый. И записываю их каждый день с утра до вечера. Вот как и сейчас. Впрочем, сейчас уже не вечер, а уже 2:00 ночи. Но делать что должен, пусть будет, что будет.